Куча камней, поломанные плиты, глубокая траншея. Так выглядит двор у дома 36D на Нефтезаводской. Местные жители уверяют, яму раскопали еще в июне. Тогда был порыв на тепловых сетях. Горячую воду перекрыли, начали менять коммуникации. Ремонт трубопровода закончили в сентябре. Водоснабжение восстановили, отопление дали. А вот проводить благоустройство не стали. Яма до сих пор раскопана. Рядом школа. В темное время раскопки можно не заметить и провалиться. Прецеденты уже были. У нас уже один человек пострадал из соседей. Голову разбил, упал, вот запнувшись об эти кучи и камни. Тепловая компания не доделала работу до конца. Возмущения много, куда бы ни обращались, кормят завтраками и все не более. Телеканал «Омск ТВ» обратился за комментарием в тепловую компанию. Там сообщили, благоустройство раскопанного участка будет, однако придется подождать. На улице Нефтезаводская, 36D, произошло повреждение трубопровода. Сотрудники тепловой компании выполнили все необходимые работы, и в настоящий момент потребители обеспечены теплом и горячим водоснабжением. Обратная засыпка участка, где проводились работы, запланирована до 31 октября 2024 года. Территория ограждена. Иными словами, яму закопают не раньше, чем через полторы недели. Местные надеются, что за это время никто не пострадает. В ближайшие дни синоптики обещают ухудшение погодных условий и резкое похолодание до минус 2 градусов, дождь, мокрый снег, возможен гололед. Преодолеть раскопанный участок будет сложнее, тем более в темное время суток.